Воскресная божественная литургия в Свято-Вознесенском храме Станицы Анапской была ознаменована молебном с освящением закладного камня будущего духовного центра. В планах за 2 года построить воскресную школу при храме. Учиться здесь будут не только дети, но и взрослые. Для ребенка больше примеров не придумать. Это наивысшее, что может каждый из нас здесь на земле для них сделать. Быть самому примером благочестия. В будущем духовном храме планируется проводить круглые столы, семинары. Это будет открытая площадка для дискуссий и крупных мероприятий. В перспективе планируется достаточно очень широкий спектр преподаваемых предметов, там не просто закон Божий, Евангелие, но также музыковедение, все, что с этим будет, культурное, историческое, в какой-то степени будет патриотическая подготовка для молодежи обязательно, военно-патриотическая подготовка. Ну и уже как бы предварительно имеется договоренность о сотрудничестве совместно с казачеством. Поэтому этот проект, он имеет очень важное значение, в принципе, для всей станицы Анапской. Уже есть желающие преподавать в будущей школе и, конечно, ее посещать. Как минимум вырасти в духовном плане, узнать все то, что меня беспокоит, все те вопросы, на которые я не знаю ответы.